Искитим продолжает оставаться одним из крупнейших промышленных городов региона. По итогам 9 месяцев объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по данному профилю составил чуть больше 30 миллиардов рублей. Наибольший удельный вес у производителей строительных материалов и оборонной промышленности. Увеличены объемы производства цемента, сборного железобетона, газобетона, кирпича и щебня. Анализ итогов инвестиционной деятельности организации города свидетельствует о росте объемов инвестиций по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал составили 2,1 миллиарда рублей, увеличившись на 7,7%. Бюджетные инвестиции составили 31,9% от общего объема инвестиций, что больше данного показателя за соответствующий период прошлого года в 3 раза. Больше 60% инвестиций приходится на производственную сферу и строительство жилья. В промышленности их направили на техническое перевооружение производственных мощностей. Что касается введенного в эксплуатацию жилья, общая площадь в 4 раза превышает показатели прошлого года. Положительная динамика сохранена и в отношении заработной платы. Средняя заработная плата по Искитиму за период с января по сентябрь текущего года составила 54 215 рублей, или 127,6% к уровню прошлого года. Зарплата превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Новосибирской области в 3,7 раза. Задолженность по выплате заработной платы предприятий организации города отсутствует. Важным показателем рынка труда является уровень зарегистрированной безработицы. За отчетный период показатель снизился. Больше 3000 искитимцев зарегистрированы как самозанятые, растет количество индивидуальных предпринимателей. Ситуация на потребительском рынке товаров и услуг города в отчетном периоде оставалась стабильной. Население не испытывало недостатка в товарах и услугах. Оборот розничной торговли за 9 месяцев составил 5,6 миллиарда. Индекс физического объема оборота 98%. Оборот общественного питания 212,7 миллионов рублей. Индекс физического объема 106,6%. Платных услуг населению за 9 месяцев оказана на сумму 1 миллиард 784 миллиона рублей. Индекс физического объема к 2022 году 109,6%. А вот в демографии сохраняется естественная убыль населения, рождаемость ниже смертности. Естественно, убыль частично компенсируется положительным сальдо миграции. Число прибывших в город на постоянное место жительства на 140 человек превысило число выбывших. За 9 месяцев этого года родилось 399 малышей. За соответствующий же период прошлого года 351 малыш. Число умерших к уровню аналогичного периода прошлого года увеличилось на 59 человек и составило 685 человек. Численность населения компенсируется за счет миграционных потоков. Сейчас в Искитиме проживает порядка 57 тысяч человек.